Здорово! Обзор журнала «За рулем». Март 2016 года. Стоил журнал... А хер знает, сколько он стоил. 132 номер общий. Март. Украина. Приятного просмотра. Porsche 911 Turbo. Первый тест. А также большой тест. Toyota RAV4, Ford Kuga, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. Ну или Tucson. Стоимость 46 и Porsche 22. А также другие интересные тесты вот этого номера. Колонка редактора. Главный редактор Николай Захаренков. Быстрый, и это мы потом узнаем. Автомобили номера расскажу по ходу этого номера, а также содержание. Новости, я так понимаю, это автомесяц, что ли. Момент, новости рынка. Самый дешевый универсал Лада Калина. Реклама. Премьера автосалона в Детройде. Что за бомж там? Значит, Lexus вот такой вот премьера концепт. Ford это вроде бы Mondeo. Мерс. Ну, салон Lexus. Это выставка у нас. Audi. Chrysler. Хрень. Точнее, Chrysler. Bentley, Chrysler, Hyundai, не знаю. Genesis. Хрень. А, точнее, Lincoln. Хрень. Acura. Концепт. Volkswagen. Концепт. Ну, как концепт? Kia. Махав, вроде бы, не знаю, может, Сорента, нового поколения. Audi, но уже вышла в серию. Также Acura MDMX. MDX. OX, MDX. Проехали. Премьера Acura такая вот. Салон. Porsche 911 Turbo и Turbo S. Обер-генерал. Салон. Так. Mercedes-Benz E-класса нового поколения. Салончик. Настала эра нового RAV4. Запрошу ему на тест-драйв. На столичному. Это предыдущий салон, предыдущей модели, я так понимаю, что ли. Toyota RAV4 гибрид. Вот, новая, в принципе, Toyota. Мне очень нравится. Вот это именно Toyota. Почему-то я считаю, что это не рестайлинг, а реально предыдущее, следующее поколение. Ну-ка, первое, второе. По сути, это третье поколение, первый рестайлинг. Вообще-то он один. Но я считаю, как четвертое поколение. Kia Sportage по сей день тоже, как и Toyota. Нет, Kia Sportage по сей день остается новой. И рестайлинг вроде бы недавно прошла, вот в январе. Но, не знаю, останется такой хороший прежний Kia. Ford F-150. План American. Не люблю такие длинные Ford пикапы. Помни имя свое. Hyundai Tucson и обновленные конкуренты. Новая Toyota, Mazda, старая, Hyundai новый. Вроде бы по сей день тоже остается новым. Ford Kuga тоже новый. Ford Kuga немного... модель. Второе поколение кроссовера представлено в 2013 году. Салончик. Toyota. Бешеная Toyota. Toyota RAV4 четвертого поколения японского бестселлера показали в ноябре 2012 года. А весной 2013 стартовали продажи в Украине. Под занавес... занавес ушедшего года RAV4 обновили. Облик, облик и... Короче, ладно, ладно, проехали. Расширив список опций его. Короче, ну, обновилась Toyota.
Блять, фамилию вообще ничего не ясно. Я объясняю. Имя Тусан вернулось на наш рынок. Сменившее... Очередное поколение сменившего модели EX35. Короче, вы сами прочли, я и так рассказываю много. В отличие от Арсения Иванова. Короче, в 2010 году решили отказаться от Тусана и создать X35. Но в 2015 году вернули Тусон. Мазда 2012 года. Итак, итоговая оценка. Хуже всего Форд Куга, а лучше всего Мазда CX-5. А на втором месте Hyundai Tucson. И Toyota на третьем. Форд Куга проиграл. Четвертое место мало где засчитывается, я не считаю. В сравнительных тестах. Поверь мечту, да. Jaguar FX. Салон. Телек орёт. Летние шины, тест. Эксперт за рулем. Ну, короче, вот так. За рулем R. Дополнительная реальность. В апреле 2016 года эта реальность уже не работает. Какой-то Citroёn страшный. Дакар 2016. 94, 95, 96, 97. И 98 анонс. Страница на 98 анонс у нас идет. Хотя раньше на 130 был. В ближайших номерах. BMW X1. Renault Captur. И еще вот такие маленькие картинки. Вот о журнале, если кому-то интересно. Вот страница. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.